Всем привет, ребят, с вами снова Диана и Марина. И вы смотрите 7-е видео от меня, новогодний влогмас. И до Нового года осталось 7 дней. У-ху! Прошу прощения, мне нужно сейчас позвонить Никите и узнать, что да как вообще происходит сейчас. Ничего не знаю, что мы делаем. Я дождалась Марину, но Марина сегодня злая. Мне страшно. Здрасте. Вы хотите поговорить об этом? Нет, мы не хотим говорить об этом. Окей. На самом деле, Марина очень жизнерадостный человек, поэтому, когда что-то случается, и когда она злится, мне очень страшно. Я хочу провалиться под землю. Знаешь, что мы делаем? Мы сейчас ждем нашего друга кушать. Но мне кажется, пока мы ждем, Марина сейчас меня съест. Прошу с Мариной кушать опять. Опять. Песня классная, да? Шазам! Марина, ты готова? Это выглядит очень странно, но на самом деле все будет прекрасно. Я боюсь. Я хочу и боюсь. О боже, это просто порно опять на моем канале. Прекрасно. Все, ребят, я пошла кушать, это очень вкусно выглядит. По 10-бальной шкале как был удон? По 10-бальной? Да. 7. 7? Да. Я дам 6. Или может быть даже 5. Ты любишь крем? Я люблю крем, это плюс. Я люблю удон, это плюс. Я люблю карри, это плюс. Она сказала карри и удон. Карри и крем удон. Но он, ну, не такой прям особенный. Там все дело в креме, на самом деле. То самое, что бы с ним был. Да, так что только там крем. Нас и впечатлило. Ну так, пойдет. Нормально. Вкусно? Вкусно, да. Ну, ничего особенного, в общем-то. Сейчас мы идем смотреть отели. Мы с Мариной сейчас ходим, и она смотрит, как на лесбиянок. Короче, кто не знает, в Корее молодым людям... Молодые люди живут со своими родителями очень-очень долго. То есть, если у нас в России где-то, ну, мы переезжаем, да, как мы поступаем в университет, то они все остаются дома до тех пор, пока они там не дадут себе работу, там даже иногда попозже, пока они замуж не выйдут и не поженятся, вот до тех пор они сидят с родителями. Поэтому у них нет места, где как бы заниматься всеми этими делами, и они ходят в мотели. Ну вот, мотели и отели. Ну вот. И то есть мы сейчас везде ходим, пытаемся найти... Мы пытаемся найти место, где справить Новый год с друзьями. А она смотрит, как на лесбиянок. Ладно, давай так пойдем туда. Так что да, веселье. А еще это было очень странно. Мы еще ходили там, и там ходили парочки. И заходили во все эти здания. И мы просто были такие... А они туда идут за этим или они просто так туда идут? Ну, хотя, с другой стороны, зачем ты будешь просто так туда идти? Короче, много чего интересного сейчас происходит. Наши планы опять немножко меняются. Короче, нужно разобраться с Новым годом, с всем этим. Вот. Так что мы ждем сейчас Никиту, он сейчас придет, мы вместе пойдем, посмотрим, что будем творить. Новый год, и мы договорились встретиться в кафе, которое называется Паскучи, но Никита даже написал Паскуси. И спасибо, кстати, всем, кто написал мне в Аск, что вам нравятся эти видео. Я очень рада, на самом деле. Мне это очень много радости приносит, так что да. Там Марине писали тоже, что вы с Мариной большие молодцы. Да? Да. Да. Потому что Диана эксплуатирует Марину постоянно. Пипец. Ужас. Так что да, ждем Никиту. Нет. Ну, ждем еще минут 10, наверное, идем в Паскуси. Паскуси, блин. Паскуси. Как так можно было, блин? Никита, ладно. Если ты видишь это, то мы очень долго ржали. Мы очень долго Никита, смеялись. Никита, ты хочешь быть ангелочком? Я, да. Пути-пути. А почему не дьявол? Девушка должна быть дьяволом. Вау, окей. Надо быть дьяволом. Марина у нас ангелочек, ей нужен дьявол. А Диана кто? А Диана и то, и то. Диану нельзя обозначить. 50 на 50. Метис.
сейчас вышли из дома с Мариной, идем к нашему знакомому на день рождения. Ей! На самом деле мы не знаем, как это вообще, что все происходит, потому что позвала нас не он, а его друг, так что мы думаем, что это сюрприз типа, но нифига что-то непонятно. Сейчас купим торт, встречаемся с Никитой и едем. Купили тортик. Нормально ли это дарить торт Merry Christmas, когда у тебя день рождения? Он дела. У нас не было выбора. Ну, могли купить Baskin Robbins. Мани, да, так что. Ребята, как красиво! Но мы с Мариной опаздываем, как обычно. Так что никогда смотреть на красоту. Это университет, как он называется по-русски? Хоник. Да. В общем, если хотите погулять где-нибудь в Корее, то всегда езжайте в районы, где университеты стоят. Тут всегда очень много студентов, всегда очень-очень весело. Ой, боже мой, как это красиво. Вау. Прошли мы, короче, с Мариной, тут никого нет. Просто понимаете, я надеялась, что это сюрприз-вечеринка, и он ничего не знает, и мы такие, о, привет, и все. Типа, пипезды, кто ее учит, типа такого. А он мне пишет, ты где, я жду. Короче, мы с ним как дурочки тут с Мариной, с тортиком. Амнида, Зайгичука, амнида, тараханен вилгеон, чука, амнида. Did you make a wish? Alright. Dude, you suck. You didn't make a wish? Wow. Okay, well, anyways, what I do with my friends is we get one makeup. We're gonna give you a makeover. Oh, man. We get one finger. Oh. And we get to give you a makeover, okay? No. Okay. I don't know. I did my makeup. Shut up. Alright. And then, I have BB cream. Are you serious? I have BB cream. Wait, do you put it? I have emotion. I have emotion. Emotion? Man. Hey, you're messing my culture. You're messing my culture. Come on. William. Do you want to say anything to people? Иди нахуй, сука. No. Это наш друг Вильям, он с Филиппин. Вот. У него сегодня день рождения. И все, что он выучил на русском языке, это. Yep. Michael, do you want to say anything to people? Hi. My name is Michael Kim. Follow me on Instagram, mkim1194. Man, what the? Add me on Facebook, Michael Kim. I have better pictures. Oval Titan, Instagram. Oval Titan. OVAL. Hashtag KITN. Hashtag. Они мой Twitter, ой, они мой Instagram не знают. Уйди. Значит, ребята, вы же все русские. Instagram, значит, ML Secret. Follow me, guys. Если у тебя есть японские фолловеры, они могут. Это же Никита, да, если вообще. Хотим мы что? Алло, криго. French, let's go. Je m'appelle Michel. Je suis 21 ans. Wow. J'étudie dans USA. Oui. Oui. Dans LA. Au revoir. Это правда. Да. Окей, да, окей, я. Это правда. Да. Окей, да, окей, я. Come on. Yes. Окей, да, окей, я. Say la 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 la. Oh my god. Number one hand. На самом деле он без камеры не такой. Или нет? Такой. Просто скрывает это.